Доброе время суток всем. У нас сегодня город Таллин, 20 июля 2018 год. По времени без 15:04. Сегодня закончил пораньше. Вчера в 17:30 заканчивал работу. Что хотел сказать? Температура у нас 21 градус. То, что пасмурное типа накрапывает, это не значит ничего. Духота стоит полнейшая. Я говорю, я продышаться не могу. Когда это закончится, не знаю. Потому что, говорят, до конца августа парилка 30 градусов у нас будет. Сегодня просто один такой из немногих дней, когда солнце не жарит, а все-таки что-то типа дождя выпало. Но дождь такой, я вам скажу, что... Дождь такой летний, тепленький, и нагретый асфальт, не знаю, парит от него. Короче, тем, кто уехал на юга отдыхать, не повезло, можно было бы в Эстонии точно так же. Но я опять же скажу, что видно даже по работе, что все такие марные, всем ничего не то, что не могут никто ничего делать по такой жаре, люди непривычные, я, кстати говоря, тоже. Как бы все. Значит, то, что я уже сказал 225 раз, у нас очень много ремонтов. Обязательно в среду проедем как-нибудь. В среду. И во вторник тоже. В сентябре, естественно, как-нибудь пройдем. Покажу все новые здания, что у нас строятся. Новые дороги, новые развязки. Некоторые улицы у нас вообще пошли в ремонт полностью. Улица Рейди-Т, наконец-то, которая пойдет вдоль моря. Наконец-то ею займутся, насколько я понял, что все, приступают к работе. Очень много дорог ремонтируется у нас. Знаки вот эти вот везде стоят, что ремонт, это просто невозможно. Кстати, по правой стороне еще новое здание сделать. Эти краны, это я говорю, я сам просто офигеваю, насколько много идет строек у нас. Обязательно все новые здания, все это посмотрим. Ездим по одному и тому же пути. Кстати, вот военные... натовские. Говорю без иронии. Потому что ездим по одному пути, потому что реально после работы так запариваешься, приходишь домой, говорю, ничего не хочешь делать, и куда-то что-то ездить. Не езжу никуда. Ух ты, а нам надо направо. А почему здесь какой-то объезд? Подождем. В этом ряду. Вот эти вот, кстати, домики годов 30-х по правой стороне, видно, что такие убитые. Особенно не этот, который, а вот три следующих. Наверняка с ними что-то будет делать. Смотри, по левой стороне уже что-то построили. Вон опять, видите, вдалеке кран виден, там что-то строят. Реально невозможно, как Таллин изменится. Что такое какой-то ажиотаж у строителей? От чего, почему он? Трудно сказать. Так, мы проходим. Кондишка работает, видно, да? Окно у меня запотевает, я холодный воздух полностью пустил. Не знаю, поедем по пробочке, я думаю, что сейчас не будет. Я некоторые пару дней, по-моему, во вторник или в среду, я не помню, закончил в 4 часа. И довольно-таки нормально доехал до дома без пробок. Я плакался в прошлые разы, что пробки. Нет, если заканчиваете в данный момент где-то до 4, вот сюда, значит, на Ярове Ивана, Мустамяне, до 4, то сейчас сезон отпусков. Вы знаете, вот так я еще не ездил на Ярове Ивана. Попробуем. Точнее, мы вместе не ездили. Почему я закончил сезон отпусков, и что если заканчивается до 4, где-то в 4 даже, в принципе, нормально доехать до дома можно. А просто июнь, прошлый месяц, когда я попадал в такие пробки, люди еще... Ух ты, вот такой выезд еще есть, да, прямо еще и в туннельку заедем. Люди еще в отпусках не было, в отпуска не уехали, не ушли, не знаю, не поехали, и были действительно такие пробки. Кстати говоря, первый раз выехал по знакам. По-моему, в прошлый раз я проезжал всегда немножко дальше. Я оттуда выезжал на Ярве-Ивана. А тут можно так. Ну, не знаю. Стало умнее немножечко. Да, видно, да? У меня канат кондишки. Такой холод. Реально.
20 градусов у нас. Но 20 градусов – это температура, ощущение, естественно, еще ужаснее. Большая-большая, как его? Влажность. Кстати, на выходные думал, честно говоря, я на выходных и даже Иванову ночь на выходных ездил к друзьям за город. Но дело в том, что снимать личную жизнь не хочется. Так показать, в общем, Таллин, как он развивается, это действительно это интересно. А, скажем, как я делаю шашлыки, это, думаю, никому не интересно. Даже мне не интересно смотреть было бы это. Завтра обещают еще у нас грозы сильные, это суббота. И в воскресенье опять 28 градусов или 26, по-моему, там было. И потом опять топ четверга. Солнце, потом, по-моему, опять. Я не хочу брать сейчас телефон. У нас, кстати говоря, сейчас начинают реально следить за использованием телефона в машине. Поэтому в лишний раз даже в руки не хочу его брать. Статья была такая, что даже если вы сфотографировали кого-то, сами, когда не в машине, а, допустим, вы видели, кто-то едет в машине, сфотографировали, зафиксировали, вы можете со своими еще свидетельскими показаниями отправить фотографию в полицию, и человека штрафуют. Не знаю, насколько люди это будут делать, но будут делать у нас, будут. По-моему, в начале этой недели, по-моему, в понедельник была статья на Дельфи, и там полиция или какой-то корреспондент фотографировал, фотографии 50, встал на крупной перекрестке, фотографировал людей, все, кто там с телефонами едут, с мороженое кушают или там лимонад пьют, занимаются посторонними делами, кроме вождения за рулем. У всех их как можно много, ну, как заснял их, и вот это вот информация о том, что можно, ну, как сказать, настучать в полицию на кого-то. Была там как раз эту информацию, я из этой статьи вычитал. Я, конечно, сам очень сильно негативно отношусь к использованию телефона, интернета за рулем. Очень негативно, потому что и так у нас аварий очень много, а это еще добавляет. Ну, ты что-то поворотники-то не показываешь, не понимаю. Вот, видите, попали как бы в пробочку. Ну, вы знаете, скажу прямо, что я сам не без греха, иногда хватаю телефон и при этом отвыкаюсь сейчас полностью. Не знаю, это где-то последний год у меня вот такая нехорошая, ух, летает, нехорошая, как сказать, слова не могу подобрать. Последний год такой вот появился, у меня телефон в машине. До этого никакого, ну, для меня табу это было. Тем более у меня hands-free есть в телефоне, в машине. Все как бы я продумывал насчет этого. Ну что, буду меняться. Дайте я все-таки в правый ряд встану, потому что в левом ряду мы будем стоять очень долго. Я не люблю стоять. Кстати, улица Тонди тоже, кстати, в ремонте. Очень много у нас чернокожих, да? Это я говорю уже, ну, не в 225-й раз, но скажу так, раз в 40-й точно говорю. Ну, опять, видите, что-то здесь начали ремонтировать. Ну, здесь-то чего? Вот в этих желтых знаках, ну, разберитесь, туда-сюда. Я лично для самого в шоке таком, что там это все значило. Давайте я здесь, что ли, развернусь. Куда тот поехал, я не знаю. По бензину видели, как у нас дорого? Угу. А я выскочу первый. Подрезал. Нет, там стоять на Тамсарой улице было просто невозможно. Три ряда уходят в один. Что там делают, говорю, реально непонятно.
проще было здесь доехать до этого круга, здесь на покругу развернуться и вернуться обратно. Было бы быстрее. Но я не хочу там сейчас ехать. Что-то. Да, действительно, машин так много. А честно говоря, не знаю, что у нас к сентябрю будет вообще в Таллине со всеми этими строительными заморочками. Ну не просто так все водители терпят вот эти ремонты дорог. Не просто так мы видим эти краны, новые здания, всякое это будет красиво. Ну, скажу так, что на данный момент я могу предположить, что порядком 20, по Таллину 20-25 зданий строится, при том, что некоторые высотки. И сколько дорог ремонтируется, даже не могу представить. Даже не хочу ездить сейчас никуда. У меня еще отпуск в этом году, даже летом будет, еще этим летом будет, так как все-таки мы живем, как и все, в цивилизованной стране. Выдается 28 календарных дней. Естественно, да, в принципе, в любой стране, насколько я знаю, если человек работает. Вы, кстати, смотрите, уже более-менее сделали улицу Тонди, надо будет потом посмотреть. В любой, в принципе, стране я знаю, что 28 календарных дней действует, и обычно работодатель дает 2 недели. По договоренности, конечно, могут дать и 28 дней, но это уже персональная договоренность у нас. У нас обычно все-таки 2 недели, или же 4, ну, по неделе можешь взять. Я свои 2 недели отгулял. И еще у меня есть 2. Есть планы поехать, есть реальные планы поехать. Посмотрим, как сложится, как будет. И еще, кстати говоря, у меня 5, я просто так начинаю, но мечтаю, так рассказывая, что еще есть 5 дней, которые я могу взять еще в этом, в декабре месяце. Случайно у меня откуда-то остаток такой получился. ABS откуда, зачем-то здесь сделан, не знаю, что здесь обещается. Как только выехали с улицы Тамсара, видите, сразу же намного попроще стало. Где посмотреть даже видео, ну, месячной давности моей, видно, насколько, ну, здесь улицы даже здесь все забиты были, машин намного было больше. Насчет людей уже давно все известно, очень много у нас просто машин, люди не... В общественном транспорте ездят, на машинах они ездят. Хотя, что у нас тут было? Тоже приезжал Guns N' Roses, или, да, и на Пискам поле собралось 60 тысяч человек. Довольно-таки так немало. Можно даже сказать, сколько это процентов от населения Эстонии. Конечно, не все местные жители были, но... Здесь по правой стороне вот этого перекрестка будка такая общепита. И, наверное, уже вторая фирма туда пришла, что-то предлагает. Была одна фирма, поработала, не знаю, сколько там, полгода, закрылась, сейчас пришла другая. Смотрю, она уже 4 месяца стоит, ниоткуда не уходит. И довольно-таки интересно оформила там. Будет желание, подойду как-нибудь, покажу что-то. Не будет желания, будет возможность. Буду заправляться, покажу. Не знаю почему, кондишку включаю, сразу начинается конденс собираться с внешней стороны лобового стекла. А включаешь печку, он пропадает, этот конденс, но ужасно жарко. Сразу становится. Всегда, когда дождь капает, асфальт мокрый, сразу видно все эти колдобины, все это видно, что дорога неровная, что переасфальтированная, вон колея такая. При том, что скажу, что на видео еще хуже, чем глазами.
В этом году у нас наверняка и асфальт где-то поплавился. Вот я знаю, допустим, южные страны, у меня пример только одна, Молдавия, и я знаю, что такое, как на жаре этот асфальт плавится, как мягкий может стать. И у нас наверняка точно так же. У нас же, никто бы не подумал, что в Эстонии, в Таллине, в частности, может, сколько у нас, 3 недели стоит вот эта такая жара. И при том, что еще в начале лета я тоже об этом говорил. У меня вот, когда я взял отпуск, первая неделя была более-менее вот такая, а вторая уже была точно так же жарко было, что начало лета было теплое, и сейчас тоже продолжение идет. Море, говорят, прогревалось до 21 градуса, люди были забиты на штромки, на пирита пляже. Нет, я не купался, я купался только на Айгне, когда ездил, сколько там было градусов, 12-11 вода. Ну, может быть, 15, я сейчас не буду говорить. И вот тогда я скупнулся. На пляж общественный я не хожу. Об этом тоже говорил. Загорать, так сказать, загорать просто я не загораю. Купаться в море я в нашем не хочу. Кстати, за болтовнёй моей мы приехали до дома. Остановимся. Значит, что у нас? Посмотрим на выходных, что, возможно, планы есть, потому что если завтра будет не жаркая погода, реально у меня будет уже оживление, что-то захочется показать, может быть. Посмотрим, не обещаю. Не обещаю. Обязательно посмотрим, когда что-то у нас отремонтируется, проедем. Кстати, начало Мустома, это там тоже такое что-то в ремонте. А на сегодня все. Всем хороших выходных. Мира, добра, уважаем друг друга, осторожно на дорогах. И всем вам такого сумбурного города, как наш Таллин.